Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева, и я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Ежегодный фестиваль цветов пройдет в Самаре 30 июля в парке «Дружба». В программе фестиваля костюмированное шествие и концертная программа, выставка продажи цветов и комнатных растений, а также товаров для садоводства, конкурс на лучший детский костюм, фотоконкурс «Цветущая Самара». Ну и, конечно, невероятной красоты цветочные композиции, клумбы, работы ландшафтных дизайнеров. Парк «Дружба», начало в 10:00. Вход свободный. Не забудьте взять фотоаппарат. В честь 320-летия военно-морского флота участники самарских военно-патриотических клубов устроят на набережной Волги масштабную реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны – Акерманский десант. Реконструкторы будут сражаться на суше и в воде с использованием пиротехники, копий оружия и настоящего военного транспорта того времени. В воскресенье 31 июля – четвертая очередь набережной Волги, пляж рядом с монументом «Ладья». Начало в 11:00. Всех тех, кто хочет получить невероятные эмоции и великолепные фотографии, приглашает в воскресенье фестиваль цветного дыма. Как заявляют организаторы, это самое неординарное событие лета. И сразу предупреждают, что приносить с собой дымовые шашки нельзя из соображений безопасности. Воскресенье, 31 июля. Начало программы в 17 часов. Место проведения – стадион «Торпедо». Вход свободный. Любите ли вы кино так, как любят его поклонники кинотеатра под открытым небом «Филин на набережной»? Традиционно для вас выходные показ любимых фильмов. В субботу, 30 июля, смотрите легендарный «Достучаться до небес». А в воскресенье мультфильм «Король лев». Начало сеансов 21:00. Набережная у Ладьи. С собой захватите подстилку и средства от комаров. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!